Здравствуйте. 7 июля я заказывал эту бандерольку. 26 я ее получил. То есть за 19 дней она ко мне дошла. Вот, оценили ее в 99 центов. Серьги написано внутри. Это заказывал моя знакомая через меня. Я даже, если честно, не помню, что там. Сейчас вскроем. И поглядим. Конечно, пузырчатые пленки много положили. Вот. Вот такая вот змеюка. Так, как же ее заклеили-то, а? Ну, вот такая вот серьга в виде змеи. Вот так она оплетает ухо. Вставляется в ушное отверстие и хвостиком вот так закручивается. Эта серьга стоила вроде 30 рублей. Мы ее так заказали. Лишь бы заказать, чтобы посмотреть, что это такое. Вживую она мне не нравится, честно. Ладно, всем пока.